Дисклеймер. Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Видео может содержать нецензурную брань. В этом видео я не призываю к каким-либо действиям или к чему-либо. Видео содержит строго мою точку зрения, а разделять ее или нет, это уже ваше право. Как понимаете, ролик строго 18+. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и я начинаю. Привет, ребятки, меня зовут Лормакс, и мы начинаем Horror Field вновь. Сколько я в него не играл, и в принципе, почему меня так давно не было на канале? Ну, учеба, так скажу, учеба. Как я буду снимать редко на канал, ну, я уже подрос, и да, не сменил ник, ну ладно. Потерплю, чуть-чуть, совсем чуть-чуть сейчас. Подрегулируем и поехали. Сделаем еще погромче. Рядом маньяк. Все, мне пиздец. Я уже уверен. Что у него такой вот пацан надо с ним? Нет. По моим следам, скорее всего, идет. Я вот в этом чего-то уверен, смотрели. Грузил. Грузли. Я считаю, просто не умею. Я плохо владею, серьезно. Так, сейчас будем чинить генератор. Генератор, вообще красава. Сейчас наша цель это... культиста взять. Ну, то есть, вот пока я играю, взять культиста. То есть, если до этого, как бы, я до мясника только дошел, а я сейчас хочу дойти до культиста, схватить новый аккаунт, так как старый телефон мертв. Не буду говорить, что с ним случилось, там просто пипец. Давайте чинить тоже генератор. В общем, надеюсь, вы меня не обижаете, поэтому лепите лайкосик, как я уже говорил, в дисклеймере, который я специально сделал для вас. Так как видео серьезно 18+, ну... А как еще сказать-то? Твою мить, какой я слепой. Давайте скажем, помоги, что ли. Грузли. Он, скорее всего, не поможет. Он тоже нет. О, мне помогает девушка. А от души душевно в душу. Ну, если тут открыто, то мне пипец. А, не, я могу еще не спастись. Мне только нужно сказать, помоги. Так, нужно бежать. Еще меня догонит. Все, пиздец. Если не пиздец, то что? Это еще два, но пиздец. Вы помните, как я играл, я вот до сих пор никогда не забуду, когда я играл за маньяка, у него вообще не страшно, вы же сами понимаете, потому что ты маньяк, тебе пофигу. Задача просто убить. А вот когда ты играешь за жертву, ты понимаешь, это пиздец. Блять. Ну все, меня поймал. Не, ну а хули, я убежать не могу. Все, он сейчас меня отправит обратно. Да, мне сейчас отправит. Нажмем «Помоги». Просто, блядь, помоги. Ну, у меня уже ничего не спасет. Они вот тут скооперировались. Просто нужно было за ним бежать. Тупанул. Они чинят. Она тоже чинит. Ну все, они не спаслись. Они молодцы. Ну, тупанул раз и все. Сейчас пару каточек сыграем, а то что это мало. Как? Ну, а, я могу еще поймать. Нет, не поймаю, скорее всего. Давай, давай, беги, ё-моё. Так, я-то уже все, пипец. Мне уже не спасти. Давай, 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 давай. Спасайтесь, ребят. А может, таки поможешь? Я тоже хочу выиграть, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну ладно, ничего страшного. Уф. Все сбежали. Значит, тоже сбежит. Далеко маньяк. Вот вы серьезно? Я не знаю, буду я это вырезать или нет, но это, блядь... Так, стоп. Во-первых, а не плавер. Давайте мы стандартный ник. Да ё-моё, а. Что, дурак? Не тот ник. Лормакс. А, это мой старый аккаунт. Ой, знаешь, куда иди? Давай так, 1, 2, 3. Стопудов не занят. Шикарно. Что мы... О.
Придется, наверное, кажется, сейчас вырезать или посмотрим вместе. Мощно, мне нравится. Найди свой образ. Найди свои ощущения. По кайфу. С новым дизайном найти свой идеальный дюрекс. Класс. Дюрекс. На канале по летсплеям. Обожаю. Спасибо. Собаки. Ладно, сейчас качнемся. Это делаю я сюда. Это очень хорошо, что начались все эти предметы. Пошла догадать. Культист. Нет, дайте я с мясником хочу. Вот, мясник, спасибо. Саша 4575. Ты красавчик. Молодец, хороший мальчик. Так. Так. Алехлколд. Колбаска. И опять в бункере. Если какие-то пострадуки, вы слышите, то извините. Просто люди тут, кроме этой тусушки, это не очень понятное, непонятливое. Бро, твою мать. Маньяк рядом, бежим. Твою мать. Ладно, еще мистая вода есть, уж ладно, хорошо, все. Есть этой вода, не волнуемся. Ты нахуя так делал, дебил? А, я понял, прикол. Я же вспомнил, там, за маньяк, когда играешь, там этот... Следующий показ, когда ты бежишь за кем-то. Так ты типа путаешь маньяка, там можешь запутаться, он и все. Бля, куда бежать? Я бы на волке. Так, давайте. Угу. Починили, классно, все. Молодцы. Колбаска. Ну, то, что в хоррор-филдре, как вы знаете, когда я еще играл, давно еще. В общем, надо кооперироваться с чуваком любым просто, за ним бежать, когда находишь. Это 100% шанс, что ты реально выиграешь. Не помню, был такой или нет, либо я играл на запись, либо нету, что мы прям реально бегали втроем. Вот, то есть, втроем бегали, то есть, четвером никогда не бегали. Там есть какой-то мудозвон, который не с нами. Хотя, четвером просто бежишь, там, не знаю, одного если поймали, то все. Кинул святую водичку, и все, все убегают. А там уже, просто можно его спасти и хильнуть. Ну, по идее, если... Так, он починил, молодец. Вот, опять видите, мудозвон не с нами. Разделяться. Вот еще не дебил взял. Ты невероятно тормозишь, мне кажется, реакция. Ладно. Бежим, 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 бежим. Колбаска. Колбаска, бежим. Бежи, беги, колбаска, моя колбаска. Ничего плохого же говорю. Я же сказал, что я сегодня смогу чини. Вот и все. Так. Угу. Давай, давай, давай. Чини. Он рядом. Пиздец, мы успеем, братан. Давай, быстро, 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 быстро. Бежим. Надо сюда бежать. Быстрее, быстро, быстро, быстро. Жек, он быстрый, он этот классный тем, что он быстрый. Тим Лофт, он этим не сможет спасти. I'm sorry, very well. Сейчас в него кину, не волнуйся. Сейчас, все будет. Он уже выбил эту дверь, это плохо. Если что, просто кину на него с этой водой, и все, будет заебись. Вот сколько бог сейчас сюда добежит. Сучка, а? Пиздец, лишь бы сейчас не пойматься. Вверх побегу. Серьезно, мы вдвоем. Братан, пожалуйста, будь наверху, пожалуйста. Потому что реально сейчас вверх спасло бы мне, иначе я, скорее всего, проиграю. Скорее всего, проиграю. Так, он, конечно, за ним побежал. Я не успею. Я не успею. Так, надо бежать. Я часто замолкаю, вы, наверное, за ним мечаете. Ну, это потому, что когда играешь, лучше молчать. Ну, реально, я часто молчу, когда играю. Чтобы, конечно, в смысле себя не отвлекать. Так, он рядом. В принципе, ближе. Открывай, открывай, открывай. Сейчас очень страшно. Да ладно. Да ладно, я один спасся. Вообще по кайфу. Вообще по кайфу все, ребята. Это нужно поставить лайк, подписаться на канал. И несмотря на то, что, если сказать, плохо. У нас
Думаю, неплохо, но не хочу. Нет, отстань. Она звезда. Потому что не хочу. Сейчас маньяком, тут, по-моему, только звери, а там дальше видеть нельзя. Их много, да? Вот я максимум играл с культистом, ну, против культиста. Вот, призраком не играл и зверем. Ладно, ребят. На этом все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дядюшка Вар. Всем удачи, всем пока, ребятки.